25 января – это День студента, а еще это Татьянин день. И сегодня мы пообщаемся со студентами Московского государственного университета. Прам-прам-пам-пам, это рубрика «Дать шороху». Поехали! Скажите мне, пожалуйста, с какого факультета? Филологический. 4-й курс, факультет глобальных процессов. С биологического. Глобальных процессов. Скажите мне, пожалуйста, на каком факультете вы учитесь? В физическом факультете. ВМК. А чему учат на ВМК? Трогать, математики. А 2×2 сколько? Ну, вообще 4. Иногда. А почему иногда? Там поля, группы, кольца. Филологическом факультете. Ага. Есть на несколько вопросов. Шансон ТВ нет. Чем собираетесь после университета заниматься? Пока еще не решила. Все впереди. Мы будем просвещать мир, поднимать Россию с колен. Ну, скорее всего, вряд ли останусь в науке. Пойду скорее куда-нибудь на производство по специальности. Я микробиолог, в частности. Честно, не знаю пока. Русские слова. Спасибо, хорошо. Да. Мы попытаемся решать глобальные проблемы. Начинаем с маленьких шажков. Пожалуй, аналогично. Но постараюсь работать в профессии, наверное. Вернусь в Китай. Угу. После окончания я вот сейчас собираюсь поступать в аспирантуру, продолжать обучение. Ой, я спешу. Куда спешите? О, по делам. Все от нас убегают по делам. Отмечаете ли вы 25 января? День студента. Нет. Нет. Нет, не отмечаю. Теперь отмечаю. Нет. Почему? Сессия. Что? Мы стараемся отдохнуть. Мы хорошо ответим, если хорошо сдадим сессию. Мне кажется, мы и так хорошо ответим. Но культурно, разумеется. Я желаю вам быть самым счастливым студентом в День студента. Это была рубрика «Дать шороху». До новых встреч!